По вечерам ежиком движком собирались в углу, считали ее величием и другом. Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть. Только представься, меня нет. Ты сидишь один, поговорить не с ним. А ты где? А меня нет. Так не бывает. Я тоже так думаю. Но вдруг вот меня совсем нет. Ты один. Что ты будешь делать? Пойду к тебе. Куда? Как куда? Домой. Приду и скажу. Ну что ж ты не пришел, ежик? А ты скажешь... Вот глупый, что же я скажу, если меня нет? Если нет дома, значит, я пришел ко мне. Ты должен быть или у меня, или у себя дома. Но меня же совсем нет, понимаешь? Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду. Ты все уже обшарил, но не нашел. Переверну все вверх дном, и ты отыщешь. Тогда я выбегу в поле и закричу: «Ёжик!» И ты услышишь и закричишь: «Медвежонок!» Вот. Нет, понимаешь? Что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет. Понял? Слышишь? Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда. Ну что ты молчишь? Я верю. Мария Петрова и Алексей Тихонов. Как же тебе хочется сказать?